Мордовский университет – один из немногих вузов России, где созданы благоприятные условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Многое уже сделано, но и многому предстоит научиться. Именно этой проблеме посвящен семинар по организации инклюзивного обучения для учащихся с ограниченными возможностями. Организаторами семинара стали преподаватели факультета иностранных языков и историко-социологического института, которые в сотрудничестве с иностранными коллегами разработали проект, направленный на помощь как людям с ограниченными возможностями здоровья, так и тем, кто с ними работает. Сейчас инклюзивное обучение в школе начинает активно развиваться, и зачастую учителя получают наряду с 30 обычными учениками еще несколько учащихся, и они не получают ни дополнительного тренинга в этом направлении, ни курсов повышения квалификации. Они не знают, что им делать, и мы хотели бы им рассказать, какие существуют ресурсы, где они могут почитать, как это происходит в Европе. То есть такой, знаете, вот тренинг, который можно обеспечить в течение полутора часов. То есть, конечно, достаточно элементарный, но лиха беда начала, то есть с чего-то же нужно начинать. Участникам семинара рассказали, как организовать инклюзивное обучение в школе и вузе, роли библиотек в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья, а также об европейском опыте в области инклюзии.